Беларусь. Апошняя краіна у Европе и на постсоветской просторы, где захавался такий вид покарання, як смяротна. Виновным, а именно в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельств назначить ему наказание в виде исключительной меры наказания смертной казни. Хочу подкреслить, что вот это все забойства, которые прошлым часом были здесь. И они были здесь незалежно от того, есть есть народное покарание, или его нет. То есть злочинцев не спинило той момент, что в Украине есть народное покарание. Никто из них в этот момент здесьнения забойства не думал про то, что он будет отказывать и что он будет покаран смертью. То есть это еще раз подкресливаю, что народное покарание не является стремливающим фактором для злочинцев. Это уже было показано не раз и криминалистикой, и иншей наукой. Тому и незалежно от того, что есть крайне смертное покарание цене, такие выпадки и злочинства супрац особо будут здесняться. Тому весь сенс смертного покарания только, в принципе, зуб за зуб. То есть, он забил, мы забьем я. Беларусі Юрый Захаранка, які сам стаў ахвярай выкрадання і магчыма паза судовага пакарання. Перад сваёй адстаўкай думаў пра адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэта стала вядома з яго інтэрв'ю, якое ён даў незадоўга перад знікненнем карэспандэнту газеты «Свабода» Алесю Дашчынскаму. Там ён гаворыць пра неэфектыўнасць смяротнага пакарання, і я зацытую словы Юрыя Захаранка з гэтага інтэрв'ю. Заходнія псіхіятры, крыміналісты, якія вывучалі гэтае пытанне, прыйшлі да высновы, што ніводзін засуджаны перад забойствам не думаў пра магчымасць расплаты смяротнай кары. Многія спадзяюцца застацца непакаранымі. Пасля адмены вышэйшай меры ў краінах не расце колькасць цяжкіх злачынцаў. Покарання як мера стримання злочинства, на мою думку, з'являється неефективним. Бо психологія злочинців, забойці під час здійснення цього злочинства, як правило, ніколи люди не думають про те, що їх може чекати там, затримання і що буде пізніше. Вони живуть сьогоднішнім днем, вони живуть одної хвилини. І прадухіліць гэтыя злачынствы можна, канешне, комплексам нейкіх іншых мераў, але само смяротнае пакаранне, як правіла, не выконвае гэтай ролі бар'ера пэўнага перад павелічэннем колькасці цяжкіх злачынстваў. Прыйшлося некалькі разоў бываць на судах, якія скончыліся смяротным прысудам для дадзеных людзей для злачынца. На эмацыйным узроўні гэта ніяк не можа ўспрымацца як акт справядлівасці. Наадварот, гэта выклікае пратэст, таму што прысуд абвяшчаецца ад імя Рэспублікі Беларусь. Гэта можна сказаць, што Рэспубліка Беларусь сама сабе абвяшчае прысуд, што яна проста бессільная перад гэтымі людзьмі і думаю, што лепш гэта проста іх забіць. Няма чалавека, няма праблем. Смяротнае пакаранне і шырокае асвятленне ў прэсе гэтага ўсяго не спыняе іншых людзей, не спыняе злачынства і асабліва цяжкі як забойства. Скажем, есть одна из отраслей
юридической науки, которая называется пенология. Вот по своему опыту я порой задавал этот вопрос на четвертом курсе юридического факультета. Что такое пенология? Сам термин вызывал улыбки, но положительного ответа не следовало. Пенология – это наука о преступлениях и наказаниях. И основоположником этой науки является Чезаре Беккарио. В своей книге Беккарио подводит как бы итог. Какова же подоснова, каков смысл, истинность существования таких законов о необходимости применения смертной казни. И он прямо указывает, что это никакое не правосудие, никакое это не право, а это лишь ширма формальности судопроизводства, формальности правосудия являются лишь ширмой, которые прикрывают насилие, прикрывают деспотизм государственной власти и сравнивают жертвы смертной казни с жертвами, которые в древности приносились древним жестоким богам.